Представлена заточку довольно редкую бритву. Это бритва модели Prima от завода Stis. Бритва Prima выпускались лишь в 40-х и в самом начале 50-х годов. Вот. И данная модель, ну, она уже немножко не в оригинале здесь, вот, но это из самых последних Prima. У нее клеймо уже стандартное для Stis тех лет. Можно видеть Prima, Stis и 50-й год. Более ранние Prima, они были с веточками, как Sport, например, или Lux. Вот, и там еще был вариант на экспорт, видимо, там Prima было написано на английском языке. Вот такая вот интересная модель. Ручка очень красивая. В 50-х делали такие вот роскошные по меркам Stis ручки. Дальше у них, чем дальше, тем проще было. Там еще в 50-х были округлые ручки, неплохие, симпатичные. Мы потом уже однотонные пошли. Вот. А вот в конце 40-х, в самом начале 50-х, были такие вот разноцветные, полупрозрачные. Бритва, ну, довольно сточена. Плюс тут по ней, возможно, какие-то работы кто-то когда-то проводил. Вот в оригинале у него выборка чуть побольше будет. Сейчас это что-то такое вот ближе к четверти. Четверть почти клин даже. Вот, ну, попросили заточить, заточил. В принципе, бритва неплохая, сталь мягенькая. Опять же, в оригинале она у них тоже хорошая, но здесь, мне кажется, она помягче, чем в оригинале. Возможно, когда-то был регринд сделан. Регринд или просто полировка. Но при этом заточилась хорошо, и рез у нее будет достаточно мягкий. Я не могу сказать точно, сколько она будет заточку у вас держать. Казалось все-таки излишне мягковатой, но опять же на один сеанс бритья ее должно хватать. Потом, естественно, правка на ремне и следующий сеанс бритья. Вот. Сталь мягенькая, поэтому при правке на ремне не усердствуем, не давим, акцент на кромку делаем минимальнейший, то есть тут можно даже сказать, что мы ее просто выглаживаем на ремне. Вот, и она, в принципе, будет довольно быстро направляться. Если щетина очень жесткая, прямо ну такая, как проволока, возможно, между проходами потребуется дополнительная правка на ремне в данном случае. Потому что она очень мягкая и может подсесть. Если щетина обычная, средняя, то, я думаю, на один сеанс ее, в принципе, должно хватать. Вот распуск проходит, обычные тесты тоже без проблем проходят, так что... Нормально, в принципе, бритва. Жалко, что их очень мало осталось, и что в оригинале их еще меньше осталось. Вот. Но все равно хорошо, что хоть такие экземпляры, довольно редкие с коллекционной точки зрения, доходят до наших дней. Вот. Все сегодня чуть позже будет отправлено.